Сегодня проверяем лайфхак, как избавиться быстро от загрязнения стиральной машинки. Вот я сейчас протру тряпочку резинку, чтобы показать, что она уже загрязнилась. И очень просто и легко от всех этих загрязнений нам поможет избавиться обычная белизна. Мы наливаем весь этот литр в барабан. Включаем машинку и ставим на режим, который будет максимальный по температуре, но не больше 60 градусов. То есть у меня вот максимальная 60 градусов на режиме одежды малыша. Больше нее 95 уже не ставьте. То есть вот на таком режиме, но без предварительной стирки, нужно постирать нашу белизну, так сказать. Включаем. Вот так выглядит процесс. Много пены. И запах такой очень сильный, поэтому желательно, чтобы дома никого не было дома, либо открывайте окна. Итак, ну что, машинка наша постирала. Мы ее открываем. Берем нашу тряпочку. Вот тут я вытирала, грязная она у нас. Сейчас мы чистой стороной протрем и посмотрим, вышли ли у нас все загрязнения. Да, тряпочка чистая, вот с этой стороны грязная, когда мы трогали ее на загрязненность, а это сейчас чистая. То есть белизна нам полностью вымыла всю грязь из стиральной машинки. Лайфхак работает.